Привет, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела поделиться своими впечатлениями о приготовлении красивых кружев, точнее даже рюш, из молда. Это силиконовый молд, выглядит он вот так вот, его я показывала в последней из распаковок, покупала я его на китайском сайте NewChic, ссылочку на данный молд и на, собственно, сам сайт я оставлю в описании под видео, захотите, перейдите, посмотрите, очень крутая вещь, и на самом деле на сайте там чего только душе не угодно, есть все. Пользоваться ним очень просто. Я ненавижу вырезать излишки мастики, поэтому делаю свои вот такие вот различные мастичные штуки именно вот таким образом. Раскатала вот жгутик нужной мне длины, припылила крахмалом силиконовую форму, выбила с нее лишний крахмал. И теперь втрамбовываю и растягиваю свой жгутик, чтобы у меня уже сейчас не оставалось лишней мастики сверху, которую нужно будет обрезать. Я отрываю лишнее, потому что мне не нужны сильно длинные будут эти рюшки. Мне будет достаточно такими короткими валанами я буду делать на тортике. И теперь вкатываю, вдавливая мастику в углубления, которые у меня остались еще немножечко пустые. Мастика у меня здесь из маршмеллоу. Собственно, после обтяжки торта я остатки мастики покрасила в такой нежно-фиолетовый цвет и буду их использовать для рюш. Мне не понадобилось ни замораживать, ничего. Если у вас сильно мягкая мастика, положите ваш молд в морозилку минут на 10 и затем доставайте ваши рюши. Может даже меньше. Посмотрите, какая красота получается. Очень четкие, сверху такие как шарики и вот красивые валанчики. Просто увлажняю слегка свою рюшку водичкой. Можно кондитерским клеем, но вообще не принципиально. И приклеиваю на тортик так, как мне нужно. Очень красиво смотрится на свадебных тортах. Вот этот стык я буду заделать таким маленьким декоративным бантиком. В общем, получается очень-очень нарядно и красиво. Два слоя тоже очень красиво получается, уже здесь не показываю. Я надеюсь, вам понравился такой обзор этого молда. Очень интересная вещь. А с вами был Кекс, до новых встреч, пока-пока!